Продолжаю короткие ежедневные выпуски моего видеодневничка. Рубрика «Камчатка. День за днем». В этой рубрике я рассказываю, что происходило на нашем полуострове в разные годы века минувшего в этот день. 20-й день января. Я читаю главную газету полуострова. Я читаю «Камчатскую правду». В 1963 году в номере газеты от 20 января была опубликована короткая заметка «Совхозный городок». «Скоро здесь отметят новоселье 50 малышей», – пишет газета. «Строительная бригада Петропавловского совхоза, которой руководит Косолапов, закончила переоборудование помещения под детский сад и ясли. В детском учреждении ребята будут находиться круглосуточно». Детский сад и ясли – только один из объектов, на котором работали строители совхоза. В районе Заозерной тундры они строят новый поселок. Здесь будут благоустроенные кварталы жилых домов, дом культуры, животноводческий городок. Я сам живу в поселке Заозерном. Детского сада, и если здесь больше нету, сейчас это здание отдано под жилье. Школы тоже нету, она стоит заброшена. Нету бани, да нет самого совхоза. Это была рубрика «Камчатка. День за днем». 20 день января. Мы читали «Камчатскую правду» 63-го года века минувшего.